чудом. Послушайте мой рассказ. Эта история произошла в самый канун Рождества. Во времена Ярослава Мудрого жили-были брат и сестра. Родители их явно в Византии. В доме появилась Библия. О, что это была за книга? Много интересных историй нашли в ней дети. Но историю о рождении необыкновенного младенца они еще не прочли. Поэтому не знали, что великий праздник Рождества – это и есть день рождения Иисуса Христа. И вот, однажды вечером, как раз перед Рождеством, дети сидели на своих кроватях и думали. Ах, Ваня, как я люблю праздник Рождества! Мама в этот день готовит особенно вкусно. Все дарят друг другу подарки, всем очень весело. Да, интересно, почему этот праздник так называют? Рождество? Не знаю, наверное, потому что кто-то важный в этот день родился. Может быть, надо утром у мамы спросить или в Библии посмотреть. Ты прав, в Библии точно написано. Завтра посмотрим. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Не бедная у них избушка. Наверняка найдется, чем поживиться. Может, куку забрать? Нет, папа ругать будет. Не поймет. Ты вообще, я не маленькая. Ого, книга! Вот это настоящее сокровище! Красота! Что тут написано? Библия. А, это их христианская книжка. Никак они не могут понять, что их обманывают. Папа будет доволен. Красивая, ценная, да еще и христианская. Когда разбойница скрылась из виду, что-то странное стало происходить с игрушками детей. Кукла завертела головой, пес задвигал всеми своими лапами. И в конце концов, вот уж чудо так чудо, игрушки ожили. Ты слышал? Надо это рассказать все детям. Да, и броситься за злодейкой в погоню. Да. Смотри, Ваня, наши игрушки ожили. Что ты болтаешь всякую чепуху? Тебе все это приснилось. Не может быть. Нет времени для удивления. Только что разбойница украла у вас Библию. Какой ужас! Как же мы теперь узнаем, что это за праздник, Рождество? Надо ее срочно найти. Да, но где же мы ее найдем? Следы ведут в ту сторону. Так что же мы стоим? Скорее бежим за ней. Ага, ищет меня. Где мне спрятаться? А, вот здесь. Только вы не говорите, что я здесь. А так, когда к ведьме пойду, она меня спрячет. Где же она? Мы ее потеряли. Помог бы нам хоть кто-нибудь. Она побежала в ту сторону. Она к ведьме! Она к ведьме! Здравствуйте, меня зовут София. Я всегда готова помочь всем, кто в этом нуждается. Ах, как хорошо, что вы пришли. А то разбойница украла нас. А мы так хотели узнать о Рождестве. Мы стали почитать только немного. А Рождество должно быть очень важный праздник. Что же нам делать? Но вы не расстраивайтесь. Я знаю, где вы сможете найти ее. Она решила спрятаться в прошлом. И я помогу вам туда попасть. Где это мы?
Не знаю. Где-то очень далеко. Здравствуйте. А вы не знаете, где сейчас дочь соловья разбойника? Она вошла в нашу Библию. Нет, не знаем. Май вечер посёмный. Кроме звезд небесных, солнце ясное. Ветра могучего никого не видим. Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия миру без свет разума, в небо звездам служащим звездою чахуся. Тебе кланяйтесь, солнце правды, и тебе видите с высоты востока. Господи, слава тебе! Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Вифлееме Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. Идите за звездой. Так вот, что произошло в этот день. Родился Иисус Христос, Спаситель мира. Пастухи, возьмите нас с собой. Хорошо, пойдемте. Значит, все это правда? Значит, Иисус Христос действительно родился на земле? И значит, правда, что Он Бог, а не те истуканы? Вот она, и у нее наша Библия, Гав. Как мы рады, что нашли тебя. Верни нам, пожалуйста, Библию. Вы мне рады? Странно, я же у вас Библию украла. Вернуть? Хм, ладно, но только с одним условием. Нет, с двумя. Первое, вы возьмете меня Христу Младенцу поклониться. И второе, научите меня читать. Хорошо, обязательно научу. Давайте подарим нашу Библию Младенцу. Хорошая идея. Пойдемте. Рождество – это и есть день рождения Иисуса Христа.
А дочь Соловья разбойника узнала, что в Библии написано не сказки, а чистая правда. Thank you.